Напомним, с некоторых пор представительный орган власти муниципального образования Кандалакский район формируется путем делегирования в него депутатов из советов городских и сельских поселений. От каждого по 5 человек. Народные избранники жителей Зареченска, Зеленоборского и Алакурти своих представителей назначили еще в прошлом году. Вновь избранный городской совет Кандалакши с решением данного вопроса некоторое время тянул. На сегодня кандидатуры определились. Кресло в районном совете займут председатель городского совета Михаил Павлов, депутаты Ольга Мещерякова, Евгений Кравченко, Александр Лепейко и Александр Кузнецов. Также в ходе сегодняшнего заседания была одобрена кандидатура Светланы Малаховой на должность заместителя председателя городского совета.